Всем привет! С вами Кононова Аня, интернет-проект Faberlic Online, и я бы вам хотела в этом видео помочь распространять каталоги с сайта очень легко, просто и удобно. Ну, во-первых, конечно, нам нужно обязательно войти на свой сайт Faberlic. А потом, значит, мы с вами заходим, конечно же, в флеш-каталог посмотреть. А во флеш-каталоге есть различные каталоги, да? Ну, вот давайте возьмем каталог продуктов для хорошего самочувствия. Да, то есть он у нас с вами грузится. Так. Вот часто такое бывает. Так, он у нас с вами грузится, да. И мы с вами можем этот каталог вот делиться вот таким вот образом, да. То есть смотрите, допустим, я хочу им поделиться ВКонтакте. Нажимаю ВКонтакте, выходит окошечко. Да, друзья, подписчики, подписчики сообщества отправят личным сообщением. То есть вы можете в личку кому-то отправить, да, этот каталог через ВКонтакте. Можете отправить друзьям подписчика, можете отправить подписчикам сообщества, да. То есть, к примеру, это подписчики сообщества, это значит группа. Я нажимаю публиковать. Тут вы можете написать свой комментарий именно с хэштегами, да. То есть давайте с вами сейчас, во-первых, сделаем хэштег. Да, то есть и напишем каталог, допустим, снова сейчас я его скопирую, чтобы не менять русские буквы на английские. Каталог Faberlic, да, пишем для хорошего самочувствия, для хорошего самочувствия, да, и, допустим, после регистрации. Все будет на 20% дешевле для вас. Все будет на 20% дешевле для вас. Тут можно написать еще много что, да, то есть, и обычно я ставлю в хэштег свою фамилию. Да, то есть я всегда пишу Кононова, ну, с маленькой или с большой буквы, и всегда пишу проект Faberlic Online, еще хэштег, да, то есть, ну, тут не будем заостряться, хотя хэштеги ВКонтакте, в Инстаграме это очень-очень важно, да, то есть берете это все, да, то есть и нажимаете «Отправить». Отправили, да, то есть вот сейчас это окошечко закроется. Если вам хочется поделиться вот сюда, да, вот вы делитесь, да, друзья, подписчики. Тут можете написать то же самое, да, то есть, или, например, привет, посмотри, у нас появились новые продукты, там еще что-то, бла-бла-бла, да, что-то такое написать. Или когда просят посмотреть каталог, вы просто высылаете ссылочку с сайта каждый раз. Или, давайте я вот сейчас отправлю. Да, сейчас отправлю. Вот, и оно у меня появилось на моей странице. Да, то есть вот он. Он появился на моей странице. Что я буду делать? Да, то есть я могу взять эту запись. Я могу взять эту запись и, допустим, отправить ее, к примеру, личным сообщением, допустим, Веронике Мамаевой, и сказать, это каталог хороший, это каталог для хорошего самочувствия. Это каталог для хорошего самочувствия, да, да, то есть посмотри. Я нажимаю «Посмотреть» и нажимаю «Поделиться записью в личку». Да, то есть мне очень нравится таким способом. То есть в начале каталога вы можете поделиться всеми каталогами. Да, давайте с вами посмотрим еще раз, где их взять. Да. То есть в начале каталога вы можете поделиться абсолютно всеми каталогами. Да, то есть вот этим, этим, этим. Этим нет, еще пока нельзя. Да, то есть далее, значит, «Россия каталог 5». Это тоже распродажа, да, флоранжескими каталогами и ДНС можете поделиться и так далее. Сейчас все ваши ссылки с сайта, они стали реферальными. Не бойтесь делиться через поделиться. Вот. И вот таким вот образом я потом просто высылаю, да, просто высылаю ссылочки. Далее, то есть вы можете, допустим, девушке с Украины выслать ссылочку на украинский каталог, допустим, так, где у нас тут ууу, давайте поищем, вот так вот, вот Украина, да, нажимаете выбрать, и у вас каталог будет украинский, да, украинский каталог, вот,
и смотрим с вами его. Да? То есть то же самое. Украина. Украинский каталог. Вот. Ну, тут поделиться только есть в Facebook. Да, то есть, ну, давайте попробуем в Facebook поделиться. Вот он. Да, Украина, каталог 4 Faberlic. На Facebook. Сейчас я зайду в Facebook. К сожалению, его сразу не подготовила, но он у меня в закладочках, да, то есть это мои брендовые странички. Ну и смотрим. Да, Украина, каталог. Так, плохо отображается или еще пока не прогрузилась, да, то есть, ну, нужно фотографию какую-то, значит, прогружать вместе с ним, да, и смотрим. Украина, каталог номер 4. Вот таким вот образом, да, и, как вы видите, все в гривнах. И акция новичка, конечно же, в гривнах, да, то есть, обратите внимание. То есть, очень-очень удобно таким вот образом делиться, очень удобно. И также можно еще и ссылочку, да, вот на этот каталог, с сайта поделиться. Давайте попробуем. То есть вот таким вот образом возьмем. Новый браузер я сейчас открываю. И посмотрим, не заходя в новый браузер, можно ли пройти. Да? То есть, ну, на Украине очень часто этим всем нельзя делиться. Ну, вот есть, допустим, Telegram поделиться, Princess, Twitter и так далее. Да? То есть мы с вами заходим, вбиваем, нажимаем Enter. Да, то есть вот каталог Украина. Сейчас он прогрузится. Да, и давайте посмотрим регистрацию. Кто у нас там будет? Если вот из браузерной строки. Нет, видите, так нельзя. Так нельзя. То есть каталог давайте посмотреть уже только зарегистрированным людям. Да, как вы видите. То есть человек должен сделать кнопочку «Да» и вот так вот. Вот, таким вот образом, значит, в России можно делиться, а как вы видите, в Украине нельзя. Давайте с вами еще посмотрим Казахстан. Так, в Казахстане у нас много лидеров классных, сильных. Давайте еще посмотрим Казахстан. Так. Так, и смотрим каталоги. Сейчас перезагружается. Ага, каталог Казахстан, да, то есть, ну, вот тут вот все они есть. Давайте с вами еще посмотрим. Так, нажимаем. Что у нас тут есть из поделиться? Да, тут в принципе все есть, да, то есть также вы можете отправлять и каталог Казахстан ВКонтакте, да, отправлять друзьям и подписчикам. То есть вот таким вот образом вы можете поделиться всеми каталогами из разных соцсетей, и у вас никогда не будет проблем, как показать каталог, да, то есть проблема только вот, считайте, немножко идет с Украиной, но это уже как бы тоже можно просто выписать ссылочку на этот каталог. И просто выдать ссылочку на каталог с Яндекс.Диска, которая для вас конвертирует наш проект. То есть проблем нет поделиться, но лучше и так тоже делиться. Но тут есть риск, что человек к вам попадет в первую линию, что тоже не очень-то и хорошо. Давайте посмотрим. Значит, сейчас надо было выйти с сайта. Сейчас, значит, личный кабинет. Вот я выхожу с сайта. Вот я с него вышла и захожу на свою, опять-таки, страничку. Ой, нечаянно. Захожу, опять-таки, на свою страничку. У меня есть Казахстан каталог. Я нажимаю поделиться. Ой, нет, не поделиться, а нажимаю пройти по ссылке, простите. Он у меня прогружается, как у человека, который не зашел на сайт. Но через функцию поделиться... Я становлюсь наставником, да, то есть я становлюсь наставником. Вот таким вот образом. Ну что ж, с вами была Кононова Аня, интернет-проект Faberlic Online. До встречи с вами в новых видео. Рада была быть вам полезной. Если у вас есть какие-то вопросы, вы, пожалуйста, не забывайте их задавать, не скромничайте. У меня есть огромное количество времени для того, чтобы отработать каждый ваш вопрос. На самом деле компания Faberlic очень много дарит подарков, и очень сложно в этих подарках разобраться. А подарки – это наша с вами сила, это наше с вами все, и мы обязательно должны знать про них все для того, чтобы
качественно и быстро и хорошо расти, потому что у нас реально выгоднее покупать, чем, допустим, в любом магазине. Ну что ж, пока-пока.